Привет всем, это канал Сосиска в тесте. Мы продолжаем карьеру за Сосисона в футбольном клубе Урал. И мы переходим к матчу уже с Томи сразу. Так как мы включены в состав. С прошлой серии вы знаете, да, об этом. Итак. Мы, как всегда, центральный нападающий. Поехали. Итак, по флангу у нас прорывался наш Данцев, но не дали ему пройти. И он запорол всю атаку. Итак, для себя задача я выставил в этом матче забить минимум один мяч. А для команды это не пропустить, наверное, да? Помочь не пропустить. Лунгу, давай. О, хорошая атака. Хорошая. Итак, Коман с мячом. Сапета. Заброс на Сосисона. Придержали Сосисона, не дали ему подойти к мячу. И мяч уходит за лицевую линию. Вратарь футбольного клуба Томь выносил мяч. Давай. Да. Мяч далеко ушел. Божевич выносит. И давай в открытую зону. Надо было на ход, а не в ноги. Ё-моё. Если бы я знал, что ты в ноги мне дашь, я бы позже запросил пас. Стаев. Астафьев. Извиняюсь. Я с мячом. Сосиска с мячом. Сосиска навешивает. Сосиска! И Божевич спокойно берет в руки мяч. Спокойно. Не напрягаясь. Календа. Лунгу. Вот, правильный заброс. И удар. Первый удар Сосиски в этом матче. И вратарь выносит мяч на угловой. Подача углового. Сосиска! Не дотягивается. Дай мяч Сосиске. Не получилось так легко. Легко войти в зону соперника. И фолит. Белозеров фолит. Фолит на ровном месте, но не дает развиться быстрой атаки. Быстрой атаки Томи. И... Ай-яй-яй-яй-яй. Какой же неточный пас был в разрез. Иранок. Календа. Пинтнер. И давай, давай, забрасывай. Николов. Астафьев. Астафьев с мячом. Астафьев накручивает здесь. Нашу атаку. Ох, как жестко было сейчас сыграно Астафьевым. Иранек. Пинтнер. Фадил. Иранек. На Иранек накручивает всех. Накручивает. Черевко. И Сосиско. Сосиско, давай, Сосиско. Хорошо. Данцев, аккуратно, сейчас Сосисон тебе поможет. Держи мяч, хорошо.
держал мячик главный у Урала для Урала. Кому уже? Слава тебе, Господи. Отдай мяч. Ух. Ну куда ж ты в борьбу с таким высоким защитником ты отдаешь? Итак, пробить. Слабый, слабый удар был. У Сосисона сейчас. Ничего страшного. Второй удар, напомню, у Сосисона сейчас. Борьбу включай. Нет, 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 нет. Иран. Красная карточка сейчас будет. Красная карточка. Желтая? Желтая, сохраните, получает желтую карточку. Опасный штрафной, опасный. Удар. Выше ворот. Сосиска отбирай. Абдель Фадил с мячом был. Стариков! И Сосисон от него отмирает, отбирает мяч, но... Заброс за спину Иранека. Пинтнер. Иранек. Берхамов. Берхамов, ну ты чё? Сосисон. Кому? Пинтнеру прям в ноги. Контратака. Контратака. Все. Все, не будет контратаки. Иранек. Иранек хорошо, хорошо играет. Белозеров вроде это был. Сапета. Давай, давай. Сосисон. Корпусом Пинтнер хорошо сейчас оттеснил Сосисона. Не дал ему пройти в зону. В зону штрафную. Хорошо, Сосисон. Пробить. Выше ворот. Выше и правее от ворот. Пробил сейчас Сосисон. Ну мы поднажали. Том и... У нас все шансы забить. Забить такой важный гол. Мяч. Ай-яй-яй-яй-яй, от меня мяч уходит. Смотрите, не подстригся и не причесался у нас игрок. ЦСКА выигрывает у Динамо. Крылышки проигрывают Локомотиву. Рубин проигрывает Анжи. Где это видно? Телекомкару. Продолжаем матч. Но сейчас сосиска будет уже более поджаренная такая в пылу борьбы. И думаю, уже сейчас она будет готова реализовать любой момент, который ей будет богами предоставлен. О, хорошо, хорошо. Хорошо сейчас сыграл у нас центральный защитник. Хорошо, Сапета. Нет. Тихо, тихо, тихо. Хорошо, бей! Бей, Данцев! Промедлил сейчас Данцев и... И все, и атака уже не та. Сосисон. Сосисон. Вступай в борьбу, Сосисон. Не даем. Хорошо, он вынес сейчас. И прям в ноги к Халенди, к Галенди. Пинтнер. Пинтер и Сосисон. Сон, отбирай мяч. Иранок. И Астафьев выходит. У нас вратарь новый, кстати. Вратарь какой-то новый, не знаю кто. Давай.
Да, высокорослые. Ай-яй-яй-яй-яй! Фадил Абдель. Куда? Куда же этот был забросик? Итак. Манучарян вышел вместо Данцева. Свежая кровь. Свежая кровь у нас в атаке. Вот он, Манучарян. Еще немножко скорости. Скорости развивать нужно нашей сосиски, иначе точно тебя съедят. Потому что тебя уже отгрызают, отгрызают от атаки. Не дают возможности вообще ничего сделать. Отлично, отлично, Сосисон. Лунгу. И прямо на линии мяч он взял. Галенда. Галенда с мячом поворачивается лицом к воротам и продвигается, продвигается, потихоньку, но продвигается. Дает пас Пинтеру. Пинтер навешивает в центр штрафной. Слава богу, там никого не было. Никого не было из нападающих. Томи. И Сосисон. И Сосисон. Ай, Сосисон, Сосисон. Отдай пас. Ты что сделал? Ты что сделал? Что ты сделал? Ёк, капец. Сейчас бы просто сосиска бы прорвалась в штрафную и пробила. Пробила бы с левой ноги и, надеюсь, бы попала в створ. И, надеюсь, бы забила. Давай, давай, Манучарян, ты же свеженький. Сосиска делает все, что может, на последнем издыхании. Отдает пас Манучаряну. Лунгу отдай. Лунгу. Отдай пас вниз. Что-нибудь, что-нибудь сделать нужно. Снова сосиска с мячом. Снова. И пробить. Хороший был момент у Сосисона. Хороший. Хорошо вышел на ударную позицию. Отлично. Пробить. Мимо. Пока берем всю игру на себя, потому что никто из нападающих даже не открывается так, чтобы можно было отдать пас. Рассчитать, да. Итак, Спартак Огни возвращается у нас, так что в следующей мы игру точно пропустим. Не дадут нам шанс, не дадут. Матч с Териком. Все-таки включает нас в состав Урала. Это для нас очень хорошо. Мы увидимся с вами в следующей уже серии. До встречи. Ставим большие пальцы вверх. Подписываемся на канал. Очень нужны подписчики и ваши лайки. Ваше одобрение очень, очень нужно. Всем пока.